Помогаем не только 9 мая. Таков девиз у волонтеров Победы. Александра Каськова в рядах добровольцев уже 3 года. Сейчас она координатор направления «Наша Победа». Вместе с другими волонтерами организовывает тематические квесты для студентов вузов. У меня интерес и желание помогать в первую очередь. Волонтер Победы, я пришла первый раз на праздник 9 мая. Мне стало интересно, мы делали подарки ветеранам, ходили к ним. Вот это некие эмоции, так сказать. Позитив. Самая важная задача, говорят волонтеры, это не только сохранить историческую память, но и помочь тем ветеранам, кому зачастую не хватает внимания и простых человеческих разговоров. Действительно, эти ребята, они делают очень много в направлении сохранения исторической памяти, в направлении помощи ветеранам Великой Отечественной войны, в воспитании подрастающего поколения. Ближайшее событие, связанное с празднованием 75-летия Великой Победы, это парад памяти. Он пройдет в Самаре 7 ноября. О нем волонтерам рассказал генерал-майор в отставке Александр Протченко. На этот раз темой парада станет солдатская слава. Здесь собралась молодежь, которая занимается благородным делом. Это волонтеры, которые оказывают помощь в проведении мероприятий. Безвозмездно. В этом году более 400 волонтеров Победы помогали в организации Парада Победы и шествия Бессмертного полка. Всех их наградили благодарственными письмами. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События.